бонусный ролик маленький. Давай, мы там полторы минутки. Давай. Володя с мини-ракеткой. Гриша с ожесточением и яростью. Один ноль. Ноль два. Ноль три ноль. Ноль четыре. Сетка виноват, наверное, нет? Не сетка, а, по-моему, сетка. Цвет не тот. 0-4. 0-5. Фу, размочил, слава богу. 6-1. 1-7. 1-8. 1-8. Сетка переподаем, 1-8. 9-1. Ты смотри, он обратную подал, партия 1-1. Гриша требует сатисфакции, а нам отсюда будет видно, как правильно играть между ног. Вот так. Да, цирк, только смех пропал. 1-0. Сергей Николаевич, до завтра. 1-1. Разрыв стремительно сокращается. Она нам не мешает. Хорошо, хорошо. Ох, вот это хорошо было. Так, на самокате по дорожке катаемся. Не надо тут на дорожку выезжай. Вот так вот. Вот. Три три. Вот. Опять вырывается вперед Гриша. Так, по четырем. Ва! Наконец, слева выстрел был. 4-5. А когда если он большой возьмет, то он в ноль его разделывает. Маленькая ракетка. А ты сейчас поиграешь? Настя будет следующая с Володей. Нет. А! Да, это да. Гриша, ты наш солнечный клоун. Как не виноват? Они растут не там, где мы их сажали. Паркет вообще еще не постелили, безобразие. Так, хорошо, наконец. Вот так, как он разыграл, да, в три хода.
Порвал практически Володю. А даже он потерялся где-то. Нет, на месте. Подача. Правильно, ты его загоняй физически, он за шариком будет ходить и устанет. А вот тут ты нападешь на него. Так все было пройдено, да? Собака напугает. Григорий, два слова. Ваше впечатление о ракетке? Просто офигеть. Ракетки все-таки кто победил? Или ты проиграл? Профессионал проиграл. Володя запускает. Да ладно, Вова. Спасибо огромное. Замечательный матч. Супер, мега. Бесподобно. Кому?